Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня. И, как я обещал, сегодня я вам покажу смарт-часы JetPhone SP1, как в прошлом видео. Если видео не видели, ссылочка оставлю в описании. Ну что ж, хочу уделить немножечко внимания. Как я говорил в прошлом ролике, если мы на моем канале наберется 100 подписчиков, я вам покажу мой сюрприз, который я для вас, зрители, приготовил. И, может быть, разыграю среди своих подписчиков. Так что делитесь видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы продолжаем. Ну вот, как видите, коробочка перед нами. JetPhone SP1, умные часы, телефон. Вот что они здесь могут делать. Они могут звонить, камеры, счетчик калорий, ну и много чего интересного. Здесь штрих-код, технические характеристики. Это, кстати, даже есть приложение для Android, чтобы можно было следить за своим статусом. Вот такие тут технические характеристики. Тут написана инструкция. Срок службы 5 лет. Ну, мне не проработали, конечно, 5 лет. Они проработали на меня полгода. Что полгода? Ну, открываем. Берем наши часики. Инструкция. Ничего, так инструкция. Большая инструкция. Кстати, ссылочку я оставлю в описании. В интернет-магазинах Украины, где я их купил. Ну, где они продаются. Мне вообще их привезли. Вот такие вот сами часы. И мешочек, ну, я вам скажу, такой тоненький. Но в первом Mi Band он лучше. Кстати, тоже видео будет про Mi Band 1. Такие вот часики. Мы сейчас попробуем зарядить. Вдруг получится их включить. Посмотрим всего лишь на экранную заставку, потому что так они работать не будут. Ну, вообще, если мы будем клацать, искать там всякие приложухи, смотреть, они работать не будут. Ждем. Долго ждем. Ну, ничего не получается. Ладно, встретимся, когда их заряжу. Забыл сказать, эти часы стоят 1620 гривен. В рублях это 4500 рублей. Ну что ж, давайте мы попытаемся их включить. Да ну это прикол какой-то, что они не включаются? Они уже заряжаются как минут 10. И они не хотят включаться еще. Ну, зато хотя бы пытаются включиться. Можно, да, отсоединить зарядку. Давайте попробуем. Включаем. Они вообще даже просто не бранули. Понятно. Ну, у нас такая была сегодня распаковочка. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно делитесь этим видео. Ссылка на прошлое видео будет в описании. Пока-пока-пока.